Экологический форум собрал порядка 60 педагогов Брестской области, работающих в этом направлении в учреждениях школьного и дополнительного образования. Мероприятие ежегодное. Задача – подвести итоги работы всех участников эколого-образовательного пространства и определить перспективы на текущий учебный год. Наш форум – это рефлексия педагогического опыта в экологическом образовании области. И наша задача – адаптировать этот в образовательный опыт в образовательную практику. Поэтому задачу мы ставим перед собой расширить направление деятельности по экологическому образованию и внедрить опыт передовых школ в практику работы других учреждений. Сегодня школьники региона занимают лидирующие позиции на республиканских конкурсах экологических научно-исследовательских проектов. Ежегодно на областной этап, который в этом году пройдет в 26-й раз, поступает более 100 заявок, из которых порядка 10 доходит до республиканского финала. Третий год подряд брестская молодежь занимает призовые места в международном слете «Экология без границ». Все это – результат грамотной работы педагогов, работающих с детьми. Здесь собрались творческие люди, которые много делают для своих школ в плане благоустройства, в плане экологического просвещения детей. И наша школа не исключение. Мы тоже на протяжении многих лет делаем так, чтобы наша школа, она является культурным и образовательным центром нашего любимого агрогородка Видомля, всегда смотрелась достойно. Главные задачи на текущий учебный год – активизация работы школьных лесничеств и сотрудничество с лесохозяйственными организациями. А еще для юных экологов открываются новые возможности в виде дистанционного обучения, которое предлагает Республиканская школа лесоводов. Не останутся без внимания конкурсы на экологическую тематику и занятия в зеленой школе. В этом году мы больше внимания обращаем на научно-исследовательскую деятельность с учащимися, потому что это такой огромный пласт, можно сказать, экологического образования, который позволит учащимся больше заниматься исследованиями в различных областях экологического образования. А также внимание уделяется проектной деятельности в учреждениях образования. У нас есть учреждения образования, которые имеют большой опыт участия в проектах различных. Ирина Шова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.